Видишь вон ту женщину? Ты тычешь пальцем в объект? Нет, я слежу за той, что между той точкой и вот этой. О, симпатичная. И кто тебя нанял? Никто. Она мне просто нравится. Ты ее преследуешь? Нет, нет, просто пошел за ней от книжного магазина. Значит, преследуешь. Просто недолго. Так, что еще можешь рассказать интересного? Дважды в неделю он ходит в группу поддержки, где они ходят кругами по комнате и оплакивают своих умерших. Пару раз к нему заезжала Кэмерон, они говорили о смерти и потере любимых. Если она обернется, то увидит, что мы тоже повернули. Да нет, не заметил. Я не бросаюсь в глаза. Зато я бросаюсь. Тогда иди в метре позади. Ты откуда знаешь, о чем они говорят? Хожу в ту же группу поддержки. У меня мама недавно умерла. Если скажешь, что потерял ребенка, то больше секса обломится. Но я же не терял ребенка. Что за сыщик, который врать не умеет? Умею, просто не очень хорошо. Так, кстати, еще дважды приезжала доктор Кати, плюс звонила миллион раз. И Форман звонил тоже. А все остальное время Уилсон читает книги по медитации, журналы о ремонте сараев. Вы меня преследуете? Нет. Нет. А вы врете? Нет. Да. Урок первый. Все отрицай. Но вы заставляете меня чувствовать себя неловко. Простите. Вы очень красивая. Еще более неловко. Она не твой тип. Женщины твоего типа гораздо глупее. Что Уилсон говорил обо мне? А тебе он не упоминал. В группе поддержки или в других? Нигде. Поставил 3 жучка дома и 1 в машине. Если бы я тебя не знал, то и не подозревал бы о твоем существовании. Но это даже хорошо. Люди игнорируют только то, что для них не важно, и то важность, чего они не хотят признавать. Но второе никогда не срабатывает.